множество планет. Хочешь знать, что есть и чего здесь нет? Сделать просто шаг, чтоб увидеть мир. Солнечный пожар и земной эфир. Пред тобой моря, реки и поля. Для тебя сейчас вертится земля. И метнувшись ввысь, прямо в небеса, и раскинув миг руки паруса, летим мы прямо к звездам, и никогда не поздно скользнуть по солнечной волне. И на волне глобальной все будет актуально. Весь мир покажем мы тебе. Этот мир для нас создан на века, а природа мать, верная рука. Мы ее сыны, мы ее оплот. Мы поможем ей в тысячах забот. И для всех земля, и тепло, и дом. Видишь этот мир прямо за окном. И к нему теперь нужен только шаг. Заходи в эфир global.wav. И с нами прямо к звездам, и никогда не поздно скользнуть по солнечной волне. И на волне глобальной все будет актуально. Весь мир покажем мы тебе. Сегодня заседание в Общественной палате. Сегодня 20 февраля 2017 года. Московское время. В 15:26, в 16:00 слушание в Общественной палате «Общее будущее, ценности и смысл». Приятного просмотра. Он, наверное, сам придет. Андрей Петрович, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Правда, нет. Андрей Петрович. Правда, и вот, выше нет. Давайте представим, что перед вами Пифагор и одновременно Гермес Трисмегист. О чем вы могли бы побеседовать с этими персонажами? Дело в том, что моя убогость концептуальная не позволяет нагло говорить с Пифагором. Не тот масштаб личности у меня. Смотрите, сегодня будет мероприятие, которое называется «Общее будущее, ценности и смыслы». Да. Я планировал бы попросить слово выступить. Ну, я тут приглашенный, может быть, мне тоже не дадут никакого слова. Мы хотели бы с вами согласовать базовые тезисы, если возможно. Ну, я уж не знаю, о чем вы хотите поведать общественности. Веди дискуссию, идет, это же зрители будут смотреть, ну, это лист тебе. Вот по этим тезисам давай пройдемся. Суета. Повторите, пожалуйста. Тезисы. 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 Когда мы смотрим общее будущее, ценности и смыслы, то итоговым вытекающим одним смыслом, да, оказывается традиция. Ну, вы что-то путаете. Вы путаете. Вилку с бутылкой. Подробно, да. Ну, ценности и традиции. Традиции – это не ценности. А смысл – это не традиция. А что ценности? Традиции – это как мы идем по жизни. Ценности – это, значит,
что мы считаем важным. А что? Как? А смыслы это, значит, зачем мы идем. Зачем мы идем, это смыслы. Ценности это что для нас важно, за что мы можем голову сложить. Вот. А традиция это, так сказать, вот та дорога, по которой мы идем. А дорога, когда вы идете, чем руководствуетесь? Естественно, смыслами. Зачем идти? Нет, и, идете к смыслу. И ценности. К смыслу идете. И ценности. Нет. Что, зачем искать? Смыслы известны. Это кто не знает, тут он, у него и дороги нет никакой. Он вообще не знает ничего. Ну, смысл, значит, общее будущее. Смыслы – это зачем. Смысл – это то, что отвечает на вопрос «зачем?». Так я и говорю. А общее будущее не отвечает на вопрос. Зачем? Раскройте нам общее точки будущее зрения. Не отвечает. Что говорит неополитика, зачем? Значит, неополитика ответила на этот вопрос. Давайте повторим для наших зрителей. Да, это значит для того, чтобы жить долго, счастливо, в царстве правды и умереть в один день. Представиться, значит, в мир невидимый, с тем, чтобы спасти душу свою. Значит, бессмертное от вычеркивания из ноосферы. Потому что если ты мусор, то долит. А если ты чем-то славен, значит, чем-то, значит, отметился в какую-либо сторону, может быть, даже ты и злодей какой-нибудь, то тогда тебя не вычеркнут, тебя запишут куда-то туда, в ноосферу. Пифагор, переведи, пожалуйста, для наших зрителей. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем сейчас логическую связку, описание пути вещества, которое опускается на землю и поднимается на землю. Что мы так подразумеваем под духом? То есть это то, о чем Андрей Петрович трактовал, что мир невидимый станет видимым. Тут взяли, значит, некоторые толмачи, значит, не очень соображающие, а что они толмачат, и перемешали дух с душой. Ну что же, ну как это вообще? Это так? Сергей? Да. Ну что, разбили наши тезисы в пух и прах? Это душу. Нет. Душу надо спасать. Это тезисы даже не обозначили. Значит, даже в русском языке, значит, отдал Богу душу. А, вот и такая есть пословица или там поговорка. А значит, и испустил дух. Да. Вот испустил дух – это одно, значит, качество. А отдал Богу душу – это другое качество. Да, чего? Обмена веществ, энергии, информации, которые есть бытие. Это я вам философию рассказываю. Розианство называется. Андрей Петрович, вот перед тем, как ехать сюда, мы набили в интернете, что такое смысл. Написано в интернете, в разных справочниках, что, ну, одно из определений. Смысл – это реальное или выведенное личностью или обществом предназначение. Ну, значит, не читайте на ночь дуропедию, потому как все это придумал Черчилль в 18 году. Вот. Еще раз, значит, вам и вашим зрителям подчеркиваю, что смысл – это все то, что отвечает на вопрос «зачем?». Если не отвечает на вопрос «зачем?», то речь идет не о смыслах, а о знаниях. Ну, в принципе, зачем вы, за этим стоит, в чем смысл жизни? Вы можете спрашивать про смысл жизни, вы можете спрашивать про смысл, значит, вот сегодняшнего мероприятия, вы можете спрашивать смысл, значит, вообще деятельность правительства. Вот смысл – это зачем? Зачем есть вот это правительство? Ну, оно сказал что-нибудь? Да, здравствуйте, господа. Вы работаете, да? Да. Здравствуйте. Работайте. Да, вот инвертью, значит, глобальному телевидению. Инверсия. Инвертью. Иностранное слово. Да. Значит, традиции смысла нет, ценностей нет. Ценности не отвечают на вопрос «зачем?». Ценности отвечают на вопрос «что?».
что, вообще дорог? Серж, активнее, парируйте. Да ничего парировать, ты же не спор, тут просто... Как, дискуссия? А? Где дискуссия? Ну, дискуссия. Не, мы замахнулись на строительство планетарного проекта. Так, Андрей Петрович? Вы это кто? Мы, соратники школы здравого смысла. Поклонники небополитики. Мы поклонники небополитики. Бестолковые. Но мы ничтожные черви пред вами, который постиг всю глубину замысла, изучил всех пророков. Мы бестолковые политики, значит, у которых нет ни денег, ни власти, ни славы. Вы лукавите. Мы еретики, идиоты. Андрей Петрович. Вот, у нас есть только некоторая концептуальность. Поэтому мы ничего из того, что положено делать деньгам, значит, власти и славе, и не замахиваемся. Мы строим навигационную систему, и не более того. Андрей Петрович. Для корабля, который не знает, куда плыть. Вы... А корабль, вот даже если говорить о том, как называется корабль, значит, это Титаник. Вот. Он сейчас идет прямо по курсу, там какие-то айсберги, вайсберги. Вот. И все хорошо, все замечательно. Значит, обстановка прекрасная, в ресторане кормят хорошо, музыка играет. Ну что вы байками все разговариваете? Байками, Андрей Петрович. Ну как же, образы. Вот что отличает писателя от ученого. Образ, художественный образ. Хорошо, вы как... Что соединяет образы, а что разъединяет? Анализ. Вот как только анализ, так и все, понимаешь ли, пошли разъединения. Диалектика тоже разделяет пополам. Диагональ, диалог, вот, дьявол. Это докоренные слова. Андрей Петрович, что с новой научной парадигмой, автономной энергетикой, новым материаловедением, экономикой изобилия, безресурсной экономикой? Если бы убогие неополитики, которые говорят о мандате неба, а вовсе не о, значит, новой энергетике, что-нибудь понимали бы в физике, если бы у них было физическое образование. Нет, стоп. Тогда вы про писательство. Тогда Андрей Петрович, я про образы. Мы могли бы профессионально обсуждать это. Ну как образы. Как я буду говорить, понимаешь, на холодном термоядере, если я не знаю, что это такое. Вот я где-то в библиотеке мог что-то прочитать. Понимаешь, в чем дело? Но понять, для того, чтобы понять, надо сравнить с другим. Для того, чтобы понять, надо одно сравнить с другим. Если ты не сравниваешь с другим, это мусор, информационный мусор, понимания нет. А как я могу сравнить холодный термоядерный центр с другим, если у меня другого нет ничего? Образ писателя. Образ писателя. Нам в мир пришли технологии. Что заправлять автомобили не надо. Ну, вот вы, значит, говорите о технологии шестого класса. При этом еще никто не знает, что это за технология. Как никто не знал, значит, когда приходил пятый уклад. Вот вы упираетесь. Когда приходил пятый уклад, никто не знал, что это будет микроэлектроника. Согласен. Все думали, что это будет космос. Тот самый, значит, какой-то Токамак. Вот что ждали-то. Токамак не состоялся, значит, космос там куда-то закрыли, и вот гаджеты появились. А сейчас речь идет о шестом укладе, где никто не знает, что это такое. Мы же бестолковые неополитики говорим о седьмом укладе, о седьмом небе. Мы говорим о седьмом небе, мы говорим о небе, мы говорим не о том, что на Земле, а о том, как входить в резонансы с неба. Отлично. С космосом. Андрей Петрович. С миром невидимым. Вот перед той дилеммой. Вот о чем. Вот перед той же самой дилеммой, которую вы только что сказали, что вы не владеете холодным ядерным синтезом, как вы будете об этом говорить? Так и первое лицо. И у него стоит также задача, а как всей исполнительной власти это объяснить? Ключевой момент. Что 100 лет тому назад закрыли одно направление физики и пустили нас по инфракрасной ловушке. И вы в своих трактатах вот это все
Но не отмотав назад и не объяснив человечеству, что эти технологии были у нас уже 100 лет тому назад. Ну и что? Это позволяет сформировать... Ну и что? Новые... Электричество Теслы – это третий уклад. И от того, что оно было, и у Теслы были такие замечательные какие-то, значит, опыты, нет, а их взяли и прикрыли, и что? Ну что вы хотите сказать? Ведь сначала, понимаете, в чем дело, нужно же вспомнить Ленина. Построение экономической модели. Сегодняшняя экономическая модель неработоспособна. Значит, вот это все у вас, понимаешь ли, это перевернуто с ног на голову. Почему? Потому что великий Ленин, мастер, значит, оценок и принятия решений, значит, вождь. Вот. У нас лица, значит, фигуры выше Ленина нет. Вот, значит, в истории, ну, нет. Вот, поэтому великий гений. А значит, что он нам сказал? Политика не может не главенствовать над экономикой, размышлять иначе, значит, забывать азбуку марксизма. Политика не может не главенствовать над экономикой, размышлять иначе, значит, забывать азбуку марксизма. Поэтому сначала надо говорить о политике. Не о политике об этом и говорит. Не о политике, говорит о политике. И уж потом только, понимаешь ли, экономические модели. А те, которые находятся на земле, они говорят, да сейчас мы придумаем экономическую модель, и все, и будет все хорошо. Нет, ничего хорошего. Мостик должен быть от политики, о которой вы говорите. А там будут сидеть. А с одной стороны, политика, это значит, сидят какие-то, значит, замечательные делегаты, депутаты, значит, избранники народа. Они сами ничего не понимают, но, значит, им кто-то рассказывает, значит, вот это хорошо, это плохо, это можно, это нельзя. Они там что-то голосуют. Ну вот ситуация какая, кто такой депутат? Что он вообще понимает? Он ничего не понимает, он ничего не знает. Ну он ничего не знает, но он же политик, Он ничего не знает, значит, вот что он там, философия большой специалист, что он там, познал великое дао в части касающейся, да что он там, ученый, нет, там же ученых нету, философов там нету, там кто, вот там какие-то люди, которые там, значит, что-то там, значит, автономную энергетику вы отрицаете. Почему там? Я не отрицаю, поймите меня правильно. Дорогие товарищи, я не знаю, что это такое. То есть поэтому, вам показать надо? Поэтому обсуждать. Ну вот я вот, честно говорю, значит, вот я, поскольку не специалист, я не могу... Ну как писатель, ну представили, что как раз писатель, в мир как писатель, пришла это, свободная это энергия. Воображение. Да, это воображение. Да. Это писатели-фантасты, да, они заглядывают в будущее, значит, рисуют какие-то картины. Но это же фантазия. Фантазия. Друзья, Девятов, по-моему, получил заказ торпедировать свободную энергетику. Ну, почему же? Значит, я, конечно, очень важно получить эту самую энергетику, которая больше, чем нужно, в избытке. Конечно. И как только эти технологии будут открыты, так все перевернется. Вот как? Так все перевернется. Вот поподробнее. Но для того, чтобы открыть эти технологии, так. Нужен царь, который скажет, открыть. Правильно. Вот. Для этого глобальная волна и встретится. И дальше. Ну-ка, дружина, идите-ка, и всех тех, которые, понимаешь, значит, это дело указ не выполняют, их всех враги народа, их всех в ГУЛАГ и подстричь под ноль. Вот единственный путь. Согласны. А другого пути нет. Отличный тезис. Думаю, нет, какой подпишут. Другой? А зачем? Власть много людей подпишется. Власть это ружье и деньги. Власть – это ружье и деньги. Так, ну вот уже позиции сближаются. Сближаются. Хорошо. Ниха. Вот красивая девушка пришла. Да. Не, ну вот его вот тут в телевизор. Давайте представим нашим зрителям, конечно. Давайте познакомимся. Меня зовут Ярослав Старухин. Сейчас девушкам обязательно надо показывать, как они выглядят. Можно со стороны. Нет, на фоне общественной палаты. Можете нет, вот там вот на фоне вот это. Как вас зовут еще раз? Меня зовут Анастасия. Анастасия Жаклучная, да, директор фонда экономической безопасности.
Михаила Хазина. Как раз, Серж. Директор фонда Михаила Хазина. Анастасия за... Заточная. Великолепно. Ну, а чем мы можем быть вам полезны? Глобальная волна, общественное движение. Общественное движение. Да. Чем занимается общественное? Занимаемся продвижением новых технологий. Ничего не имеет. Прорывные. Новые научные парадигмы, на основе которой можно будет предложить обществу новое мировоззрение. Да, и туруп — это всего лишь часть, малая часть. Ну, это всего лишь инструмент. Не наш. Ну, в информатике. Использование русского языка, например, устранение кодов, программирование. Интересно. А я вам скажу, что кроме нас в русском языке об этом никто ничего не говорит. Как будто не существующий кино. Есть ли у вас какие-то работы, которые можно сообщить? Конечно, мы на подготовлены. Все в открытом доступе, есть закрытом. Может быть, вам будет интересно натыковать железо, пока горячо. Михаил Леонидович приходил к нам в студию на Смоленском бульваре в помещении патентного бюро Russian Patent. Там очень красиво, видео есть в интернете. Было бы интересно вас пригласить туда и в прямом эфире с вами побеседовать. Давайте. Так и сделаем. Поменяйтесь, пожалуйста, телефон. Побеседуем. Запишу. Записывайте, а я пройду пока. Я сейчас визитку. Отлично. Когда звезды появляются в нашем небе, у нас совершенно другая жизнь. Перспективы светлые. Самое главное, что они будут светлыми. Да? Нет. Александр Гарунович. Да, вот здорово. Так, давай мы определимся. Он нас не красит. Ой, не это. Отлично. Ну, я думаю, вы тему заранее обозначите. Цивилизационный проект. Создание цивилизационного проекта. То есть мы предлагаем человечеству, обществу, на базе новых технологий, создание экономики изобилия для всех. Это новая экономическая модель, то есть это новое индустриальное использование, соответственно, экономическое, социальное и мировоззренческое. Направление сил людей в области искусства. Построение денежного оборота, естественно, развитие искусства. Ну, и превратим жизнь в искусство. Да, превратим жизнь в искусство, тезис. И создание множества мероприятий, в которых каждый человек может найти, проявить, ну, попробовать себя в разных областях, выявить свое предназначение органичное в коллективном сотворчестве. Замечательный проект. Свобода мысли позволяет. Михаил Леонидович, спасибо. Через вас работает. Давай куда-нибудь отойдем подальше. Нет, вот люди не слышали. Давай. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо Ярославу, что он меня пригласил на это мероприятие. Заседание в общественной палате, посвященное смыслам и ценностям будущего, общего будущего. Ну, очень интересно действие, давно таких не бывал. Напомнило мне так грубо сеанс спиритизма. Но все, что мы подумали из этого лозунга о том, что вопрос пойдет о традициях, так оно и произошло. В конечном итоге нам предлагают апостольство и сословное общество. Никаких новых технологий, никакой новой жизни, речи не идет. Никакой мечте сформулированной. Никакой мечте речи не идет. Дело не в белом царе. Дело не в какой-то общественной структуре типа демократии, а дело в целеполагании. Все мы в этой жизни чего-то по возрастной категории хотим. Дети хотят играть, молодые ребята хотят воевать, девушки хотят детей, быть мамами, хотят любви, все хотят любви. И вот эта ценность, она провозглашается таким образом, что пытаются подвести всех под одну гребенку. Ну или, по крайней мере, под несколько гребенок. А это уже все проходили, это все было. Поэтому, может быть, Платон прав, что
говорит о том, что и остаются только пастухи, которые узнали о развитии цивилизации. И когда она заканчивается, они выходят, видят пустоту и начинают развиваться снова. И снова цикл повторяется заново. Так вот, в итоге этого заседания я уже сказал, что, в общем-то, все пришло к тому пониманию, что будет двигать всем традиция. А что такое традиция? Традиция – это то, что в нас заложена природа, и мы следуем ей. Отсюда и понятный наш лозунг о том, что выстроить всю эту систему по возрастному признаку. Уже у каждого своего возрастного периода свои интересы, свои желания. Но все равно они когда-то станут в следующем возрастном периоде преследуют другие цели и другие мечты. Поэтому исходить надо из этого, обеспечить самовыражение человека по его возрастному периоду. Чтобы он шел и знал, что каждый возрастной период, который в какой-то социальной иерархии меняется, да, реализация его потенциала будет обеспечена, будет гарантирована, неважно, законом, эдаком, но гарантирована чем-то, может, каким-то документом, как мы считаем на глобальной волне. Это важно. А без новых технологий это обеспечить невозможно. Потому что нынешние технологии уже не обеспечивают это. Они превращают людей в лишних и готовы выбросить их на свалку через любое канализационное отверстие. Через войну, через голод, через эпидемию, неважно. Конец один. И только новые технологии позволят что сделать? Ослабить эту удавку, да, когда одна половина человечества давит другое, чем половина человечества. И вот об этом никто ничего не говорит. А почему? Потому что, несмотря на то, что... И Девятов Терапу... сказал, он не знает просто про новые технологии ничего. Но как так... он будет об этом говорить? Дело не в этом, что не знает. Они же говорят все о том, что надо учиться. А что значит учиться? Ну, расширять свой кругозор. И поэтому я не могу разговаривать Девятов, он тянет меня в прошлое. Я не против традиций. Но вы следуйте традиции сами, и я буду следовать этой традиции. А у нас очень хорошая традиция в России существует. Во-первых, ждем 41-го года. Это очень интересная традиция. Если вы посмотрите, то в моих словах увидите очень интересную закономерность. Кроме того, у нас традиция не спровергать все. То есть производить периодический раскол. Об этом тоже было сказано несколько слов. А что такое раскол? Раскол – это значит перевоплощение, то есть переустановление правил или неудача переустановления правил и исход какой-то части общества, да, и какой-то части целого. Вот это тоже традиция, и она многократно повторялась в историческом периоде. Вот такие мои мысли по поводу итогов сегодняшнего спиритического сеанса в Общественной палате. Спасибо за внимание. Просто мне вопросы? Несколько слов. Давай. Тезисы выступления. Общее будущее, ценности и смысл. Что есть смысл? Смысл – это реальное или выведенное личностью или обществом предназначение. В чем оно? Оно в следовании традиции. Конечно, это не обязательно, но заканчивается плачевно. Что есть ценности? Ценности – это не корпуса заводов или фабрик, не деньги и не ценные бумаги. Ценности – это устремленная в будущее традиция. Сама природа заложила основы традиций. Предки наши развили их. А наша задача не только закрепить их достижения, а внести новый вклад в их развитие. Традиции есть у всех, и сохраняя их, мы добавляем к ним новый слой культурного развития всех народов, формируя одновременно общие ценности и смысл. Образ мечту надо формировать.
правильно? Конечно. И в этом искать общее. Так? Ты вспомни свой поезд, да, с двигателями, да, который разгонялся на 160 км в час. Так. Ничего за твою жизнь не произошло. Как в детстве, так и здесь. Да. Так в чем же мечта? Увидеть хотя бы то, чего еще не видел. Ну правда, я вам серьезно говорю, представьте себе. Мы увидели за это время столько разных изменений, да, и видели хотя бы тоже музыки. И патефон, да, с пластинками. Я помню еще в домах там, в 60-х годах стояли. Потом появились магнитофоны, потом появились уже эти проигрыватели, диски, потом интернет. Вы посмотрите, за одно поколение изменилось настолько восприятие жизни, ее качественное ощущение. Ну и дальше будет точно так же. Ничто не остановится. Но эти технологии нужно обозначать и о них говорить. И здесь молодая девушка осветила, что вот молодое поколение ничего не знает, чем живет перед ней шедшее поколение. Вот реально не знают. И не только она, многие это краем касались. А почему они не знают? Потому что не учат. Ладно, выводы какие, дорогие друзья? Ближайший срок 2018 год, и готовимся в регионах к созданию группы по 500. Иначе-то это будет вот... Правильно? Емко это... Защитить никого не можем, то есть победы не забудут, понимаете? Никто не знает. Я в этом области, которая вам подошла... Тысячи миров, множество планет. Хочешь знать, что есть и чего здесь нет? Сделать просто шаг, чтоб увидеть мир, солнечный пожар и земной эфир. Пред тобой моря, реки и поля. Для тебя сейчас вертится земля, и метнувшись ввысь прямо в небеса, и раскинув миг руки паруса, летим мы прямо к звездам, и никогда не поздно скользнуть по солнечной волне, и на волне глобальной все будет актуально. Весь мир покажем мы тебе, этот мир для нас создан на века, а природа мать, верная рука. Мы ее сыны, мы ее оплот, мы поможем ей в тысячах забот. И для всех земля, и тепло, и дом. Видишь этот мир прямо за окном, и к нему теперь нужен только шаг. Заходи в эфир global.wav, и с нами прямо к звездам, и никогда не поздно скользнуть по солнечной волне, и на волне глобальной все будет актуально. Весь мир покажем мы тебе.